Привет! Ты на канале CaseStreamer, и мы продолжаем играть в Runic Survivor. Погнали, пройдем третью локацию. Сады и демо. Будем играть за рыцаря. Плюс 2 хпшки. Надеваем ему рогатый шлем. Первоначальные заклинания имеют один линк. Активируются при убийстве. В качестве оружия возьмем двойные мечи. Плюс 100% к урону противникам, которые близко к нам. Так, уровень сложности доступен только первый. Погнали. Так, ну я хочу, честно говоря, ауру взять. Раз у меня противники, которые близко. Я подумал, что аура сама по себе будет включаться. Это жестко за нас взялись. Да что вот это что-то возьмем? Так, ну ауру чуть-чуть увеличить-то можно. Так, ну давайте щит. О, пойдет. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, на-ка. Я пытаюсь вот с этой сравнить. Здесь урон 4, тут 3. Но здесь размер побольше. А здесь поменьше. Давайте. Давайте заморозку возьмем. Побольше урона. А, мне надо за сигилами идти. Две минуты стою, мочу нубов.
О, опять снеговики эти. Ну, разнообразие тут, конечно, огромное противников на всех локациях. Перекрасить цвет серого в черный, другая локация, потом в зеленый, еще одна локация. Ну, можно было еще в оранжевый какой-нибудь перекрасить, еще была бы локация. Не, ну здесь очень маленький урон, поэтому пойдет. Плюс 7 звучит очень хорошо. Тут прям как-то очень много, сука. Снеговики прям задолбали с этими шариками. Так, ну при убийстве, что бы нам делать? Давай бласт. К этому рыцарю можно не подходить. Реально очень опасно. А у этого тоже чувак аура? Но у нас аура-то помощнее. Давайте амулет, продолжительность, эффект. Давай генерацию маны. Когда у меня щит-то восстановится? Мощно идем. Так, второй сигил-то наверху. О, пойдет. Немного к урону. Просто фантастический урон будет, если кто-то осмелится подойти. Ну посмотри. Еще семерочку давай. Это ж какой урон-то будет? 42? Нормальная тема.
Для этого персонаж может спокойно стоять. Никто ему ничего не сделает. У нас, кстати, еще щит есть. Щит снял, падла. Морозный след, ну давайте морозный след сейчас. Говорит, еще урон хочешь? Давай. Так, третий сигил-то внизу. Вообще нет даже необходимости ману раскачивать. Аура так мало потребляет. У меня мана, считай, не падает. Восстанавливается быстрее, чем тратится. А выходить за эту границу что, нельзя, что ли? Так посмотрим. Ага. Даешь еще меч. О, emotion bot. Не, ну никакие рывки мне не нужны. Может, конечно, поджигание. Все, final sigil. Так, заморозка. Урона возьму. Дайте чуть-чуть катнемся. 52 урона вблизи. А когда-то они оказались сильными. Ну вообще они все-таки держат. Такое обычное попадание. Меч. Смотри, три меча. Вот так. А если мы три? Это же три identical. Ну-ка. Ну как так-то? Ну урон просто запредельный. Сколько? 60? Вообще-то, конечно,
А может надо было сейчас 100% брать урон? Ну все зависит от формулы, конечно. Просто на что эти 100%? На базовый урон? Или на всю катушку? Всех вымораживаем. Больше противников надо, больше. Ну отстой. Дайте хоть прокачаться к финальному бою. Просто сокрушить противника. А, да, вот давай посмотрим. Вот если 30% урона, то что будет? Будет больше урон? Нет. Видишь, ну, формула такая непонятная. Ну, хотя... Ну да, наверное... Если бы 30% все-таки на все. Мне из этого ничего не нужно. У меня нет противников. Всех сокрушаю. Короче, фигню какую-то предлагает уже. Больше, больше опыта. Так, а что там щит дает-то? Плюс 1 к хпшке, 25 к скорости. Щит восстанавливается каждые 60 секунд. Давайте, конечно, 60 секунд. Ну давай пару еще лавлапов. Не жмись. Думал, брать мне поджигание, ну, против финального босса, наверное, еще сработает. Так, конечно. Очень мало ячеек. Много опыта, невозможно уйти.
Да, немножко у них хпшка увеличилась. Ощущение, что 60 не гарантирует. Ботики давайте возьмем. А финальный страж, что находится наверху, я почему-то вниз пошел. Сколько опыта? Ну где пара лавлапов-то? Стрясти снег. Ну давайте, давайте, подходите. Кучнее, кучнее. Да вы прикалываетесь, что ли? Продолжительность 10. Хреначит сколько? По 10 секунд. Вот это вычищаю поляну. Очень мало врагов. Очень мало врагов. Ну, наконец-то. Так, значит, есть 100% к урону. Вот это вот. 100% к урону. Давай попробуем. Вот, 100% к урону. 76. Ну, это вроде так неплохо. Это не 60. А, ману уже, вот это, здесь ману может закончить. Продолжительность нормальная. Так, все, пошли к стражу. А то он заждался. А там опять этот джиггернаут. Ну, удиви меня. Неужели кто-то другой? Ускоряемся.
Смотри, он самый. Сразу щит снял мне, прикинь. Да, сердечко снял. У меня два сердечка все осталось. Маловато. 94 монетки. Блин, такое хорошее прохождение и такие копейки. Ну что ж, мы прошли все локации. Их три. Ну, может быть, на последующих уровнях что-то другое. Но вряд ли. К сожалению, прям совсем скудно здесь с разнообразием. В общем, и оружия почти нет, и шлемов нет, и героя. Добавили бы рун. Так, раза в два, в три. Ну, то есть, добавили бы рун так еще 20-30. Наверное, их тут и так немного. Ну вот, 20-30 рун. Здесь какое-то разнообразие. Ну, можно было бы. А так, вполне возможно, что все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.